Сегодня я с подписчиком под ником QRS будем играть в игру Evade или уклоняйся от картинок. Если вам нравится эта игра, напишите об этом в комментариях, чтобы я продолжил ее снимать. Итак, побежали. Мы в стеклянном лабиринте? Мы что, на мышек похожи, что ли? Смотри, как я могу. Так, сейчас я попробую заспавнить своего клона. Нажимаем на циферку 1. Запускаем. Ура. Магии технологии. Давай, у тебя должно быть очень много интеллекта. Почему ты по стенке идешь? Давай, это же умный, ты знаешь, как ходить. Ну что ты в стенку врезался? А где он? Почему он пропал? Нет, моя копия пропала. Обидно. Я попробую снова запустить свою копию. О, смотрите. Похоже. Похоже, очень похоже. Видите, даже стенку идет. Я тоже так иду. Бежим! Там Фредди бежит. Я за стену заснул, когда он появился. Я тоже. А! Просто бегите. Я вас сейчас всех буду спасать сзади, подойду. Нет. Тебя схватить на руки. О, все, побежали. Все, тут нет монстров, Вот здесь можно. Тут никого нет. Пошли всех лечить тогда. Оу! Я тебя спас, но сам не спасся. Хватай и беги. Оу, как мощно, давай. Все, можешь здесь выбрасывать. Если бы еще миллисекунду не подождали. Там челик бежит. Беги. В какую-нибудь сторону я сейчас перейду. О, это кто такой там? О, Фредди! Он меня не съел. Нет! Он поймал меня. Надеюсь, там Фредди, тут Фредди, лучше не беги. Вот тут Фредди. Он сейчас тебе идет. Я его не вижу, потому что. Ой, все, вот, как мощно. Давай, беги просто, беги. У тебя там много времени. Ой, капец, как много человек померло. Операция по спасению всех. Сидим спокойно. Монстров нет. Мы, кажется, только вдвоем. Беги. Беги. Я что делаю? За тобой два монстра. Беги. Нет, назад не беги. Там два монстра. А, фух, мы успели выжить. Мы победили. Давай побежали отсюда. Тут какой-то тоже бесконечный заключить. Давай я поставлю барьеры. Здесь один. Все, я поставил три барьера. Ставьте барьеры. Вот тут один. Молодец. А, глава у нас может есть? Беги. А ты что, беги, ты еще такой чили? Бежим! Жесть, я какой я звук! Мои уши! Помогите! Меня съели, потому что это был самый страшный звук. Помогите, нас тут трое меняются! Ой. А, можешь меня оживить? То я вставать хочу. Ура! Я спасу кибера. Герой. Все, мы всех спасли! Опять он бежит! Бегите! Нас двери закрыли, мы тут просто... Давай! Давай, беги! Все, хана. А, тут смотри, какие-то двери еще закрываются. Там сзади человек, а двери закрылись, нет. Там девочка. Там два чела. Нет! Помогите! Ой, их там всех перерезали, смотри. Там человек. Его съела лава, да? Все лава. Герои, которые нас могли либо нас спасти. Сначала перед одним закрылась дверь, второго лава съела. Там человек. Давай, иди сюда, Надежда, иди сюда. А, беги, ползи. Придавило, что-то больновато. О, а тебя сейчас лава съест. Сначала придавило, потом лавой залило. Я уже не могу ходить. Так, давай попробуем выжить. Значит, надо, чтобы нас не съела лава, чтобы нас не придавило, и еще, чтобы нас монстры не съели. Давайте, защищаемся, это наш пункт обороны, больше не будем сдавать позиции. Они не пройдут дальше этого. Ой, тихо. Жесть, у вас всех и лава съела, а для лавы-то что не сделаешь. От лавы, к сожалению, нет лекарства. Кибер тоже умер. А, возвратите кибера, он где-то ползает. А кто тебя восстановит? Меня никак. А, все, тебя уже лава полностью съела.
все пропали на моих глазах. Ладно, все, больше позиций точно сдавать не будем. Так. Лава вас съела, это было неожиданно. Я тебе советую не стоять на одной точке. У тебя лава тоже может съесть. Нужно двигаться. Движение — это жизнь. Нас закрывает потихоньку. Поэтому надо бежать отсюда, давайте быстрее. Зеленый проход, я сбегу. А, это стена из бетона оказалась. Стенка. Я думал, это зеленый проход. Это что за смайлик? Нет. Ты там, стой, подожди, подожди, подожди. Стой, 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 стой. Я ползу. Помогите. Бегите. Беги, давай, ты сможешь меня утащить куда-то. Утащи и не потеряй. Ого. Спасай меня, пожалуйста. О, не повезло, не повезло ему. Ладно, пока. До свидания. Я здесь. Помогите. Помогите мне. Кота. Больно. Но я буду жить. Стой, помоги, помоги мне, поже. О, нет! О, меня спасли. Даже через стенку. А почему бежать? Там монстр, беги. Там монстр? Я бежать умею, ой. Я буду бегать так быстро, как смогу. Беги. Я буду спасать людей, потому что они этот... Они потом меня будут спасать, наверное. Тебе еще деньги за тебя дают. Это еще кто такой был? Даже есть... О, солдат за мной бежит, я не могу, я не могу, я не... Все, молодец. Он что-то на английском мне шпарит, да? Меня кого спасать? Что-то... О, мы выжили, мы смогли. Я смог убежать от солдата. Ура, мы выиграли. Начинается финальный раунд. Либо мы победим, либо проиграем. Так, капец. Нам отключили бег или что? Мы не можем бегать. О, нет, теперь мы можем только медленно ходить. Давайте строим пункт обороны, там же, где я обычно. Там кто-то спит на кровати. Квас погиб, ясно. Кто-то спит, смотрите. Этот баком спит. Они все. Я вымешал. Комната рядом с нами заливает свою. А че они спят? Вставайте. А, его одного убили, а другой рядом с ним спал. Бежим, давайте сюда. Надо двигаться. Движение — это жизнь. Если мы будем двигаться, то мы не проиграем. Я знаю на своем опыте. Вероятнее всего. Ой, я закрыт в коробке. Кибер, я бегу. О, опять этот ютубер самый первый. А он опять здесь. Он кибер. Он, кажется, дружелюбный. Он, видите, как такой, хи-хи-хи-хи, что-то такое. Капец. Тебя съели? Ты где? Я кибер лава. Нет, я в ловушке. Но я сбегу отсюда, потому что я должен. Мы с кибером куда-то ползем. Где я вообще? Кибер, QRS, я тебя возьму, давай на руки. Кто, кибер или тебя? Давай тебя возьму, пока. А, кибера спасти. Как тебя выбросить? Давай, я тебя лечу, я тебя лечу. Обслуживание доктора? Беги! Нет! Опять этот синий череп. Я на ней почти тебя спал. Помоги нам, человек, не убегай! А, если с тобой монстр бежит. Лава, то мы выживем. А, я сейчас тоже, кажется, сдохну. Там кибер выжил. А я нет, я живой. Обидно. Остался только я. Давай, живи. Как я буду жить, если меня никто не спасет? Там человек! Там человек! А, это не. Не, таких человек я не вызывал. Тебе 20 помоги секунд. Мне. Помоги мне! Помоги! А, я тебя этого человека спасал. Не уходи, я здесь, я сзади тебя прям! Блин. Я здесь! О, сзади. Повезло, повезло! Я бы мог тебя взять, чё? Он меня вылечил, спасибо. Теперь надо бежать, потому что я уже никого из вас не смогу спасти, вас всех уничтожили. О, мы выиграли. Ура, мы смогли выжить. Па-па-пам-па-пам, и за это мне дали немного денег. Мы в затопленных комнатах, где везде одни решетки. И свежий воздух. О, везде вода, кажись, сегодня нам этот, будет очень мок. Кто-то в воде умудрился спать. Ты зачем в воде спишь? Бесконечные коридоры под водой. Я здесь, давай здесь, смотри, тут хорошо. Так, только у меня есть один барьер, давай я его тут поставлю. Так. Здесь тоже. Все, нормально. Нормально. Смотри, двойная защита, а тут никто не поставил, а, вот. Все. Тут два барьера, там один. Может, тут тоже второй поставишь, а то у меня кончились они. Кстати, как фонарик включить? На БПС. Так, я включил фонарик и теперь буду смотреть, где эти все монстры. Давайте я выйду, посмотрю, а тебе не страшно тут? Надо бежать. Я слышу монстра, он здесь. Я пока сюда забегу, чтобы он меня не съел. О, тебя поймали.
Я постараюсь. Огромная собака? What a dog doom какой-то. Ты что, какой-то миленький чувак? Я не знал, что под водой такие собаки большие живут. Ты где? Я тебя спасу. Вот ты. Давайте, я тебя спасу. В тот раз у меня не получилось тебя спасти, но сейчас спасу. Не то, что я тебя восстановил, мне дали $15. Ну не настоящий. Опять эта собака, я даже оглядываться не буду. Вот эта собачка меня. What a dog doom какой-то. Что тут есть комната? Что это? Что было, человечек меня? Я здесь, кто меня спасет? Я у той комнаты, где мы спрятались. Еры. О. Спасибо, давай бежать отсюда. Это огромная собака, нас точно съест, надо уходить куда-то, где ее нету. О, Гойд, ты куда залез? Сюда можно было? Туда нельзя, вроде бы. Это выход! Но мы туда не допрыгнем. Нет! Ура, мы выиграли. Потому что я не успел, так сказать, этот весь воздух себя потерять. Я хоть и валялся, но у меня еще было время. Мой какой план, надо постоянно действовать. Вот так можно по кругу бегать на протяжении 3 минут и выжить. Я споткнулся. Как ты умудрился? Ой, куда я залез? Тут же это вообще крутое место. Специальный раунд невидимки? Не понял. Наши враги невидимы? Я сижу в самом крутом месте и наблюдаю за обстановкой. Чтоб в случае чего убежать отсюда. Херобрин! Меня Херобрин съел, я его не увидел. Он был прозрачный, я думал, он далеко. Тут нереально. Нет, мне совсем чуть-чуть осталось. Я тут, сзади. Нет! Я почти добежал. Тут 5 человек сидят, и я почти до них добежал. Мне нужно тебя найти. А мне нужно тебя найти. Скажи, если ты можешь... О, попал, вот я сзади тебя, вот, смотри, привет. Погнали, а вот сразу другой конец поехали. О, куда мы бежим? Давай тут посидим. Давай тут. Давай других людей спасать. О, у кого-то... О! Блин, реально страшно было. Жесть, это кто такой? Он бежит сюда. Беги, я его отвлеку. Беги, беги, он сейчас сломает. Вот он тогда тебя съест. Беги, беги. А, там, вот. Тебя бьет сейчас. Беги. Бегу, как могу. Он за тобой. Какая-то синяя штука с синими глазами пыталась меня съесть. Она тебя съела. Я тебя сейчас спасу, как ты меня спас. Я тебя спасу. Давай, быстрее. Как ты меня спасал, так я тебя спасу, на. Бежать, бежать, беги, вон там. Я тебя спас? Да. Тебя положили? Тебя убили? Нет, я живой. Ты жив? Нет. Он, мне кажется, там всех перерубил. Единственное, я там остался в живых. Давай я тебя найду и спасу. Отползай. Я у твоих защитных полей. О, вот. Не, я умер. Ты все полностью, что ли? Давай, все, ты вышел. Молодец. Нет. Теперь тебя уже даже не починить. Осталось только я в закулисье. О, все, уровень пройден. Если вы играли в эту игру, то напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего в ней. И также я прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. А сейчас я предлагаю вам посмотреть видео, где мы убегали от монстров и прошли 100 дверей. Спасибо за внимание, с вами был Геймс, всем пока.